Привет всем, ребята, с вами Хомиш, и сегодня я хотел бы с вами поговорить о танчике Light MK4C. Это у нас британская машинка второго уровня, прем, что-то вроде T2 Light, только будет особенность в том, что будет орудие очень маленького калибра, но при этом в кассете будет очень-очень много снарядов, то есть пулеметик по типу ПЗ-1С. Будет что-то интересненькое, по характеристикам в экипаже будет 3 человека, прочности будет 150 единиц, броня будет в корпусе 14 мм во лбу, в башне тоже 14, в бортах 13 мм и в корме 6, ну а в башне 14 в бортах и 11 в корме. То есть брони по сути нету, но из-за углов вполне себе возможно, что будут проходить рикошеты. Масса совсем маленькая, 7 тонн. Ну, 7 тонн, 200 килограмм, по сути, там 200 килограмм много не меняют. Очень будет неплохая проходимость, довольно-таки неплохой движок для такого веса, 88 лошадок, будет неплохая скорость, 52 км в час максимально и 20 задний ход. Скорость поворота шасси 20 градусов в секунду, скорость поворота башни 24 градуса в секунду. Показатели довольно-таки средние, то есть не Т2 Light, но зато орудие 15 сантиметров будет, 25 бронепробития, довольно-таки хорошие будут углы вертикальной наводки, склоняться будет орудие на 10 градусов, точность у орудия будет не самая лучшая, 0,52 разброса на 100 метров, перезарядка 18 секунд будет у барабана, ну и в кассете в одной, как я понял, будет 40 снарядов. Сведение 1,5 секунды, быстрое хорошее сведение, но стабилизация не самая лучшая. Зато при этом будет очень хороший обзор в 300 метров и посредственная радиостанция на 375 метров. То есть на некоторых картах вы даже не будете видеть всех. Можете уехать там далеко от союзников, и вы их даже не увидите. Это, конечно, печально. Ну а так, что я вообще думаю по этой машинке? Машинка для фана, для песка, для пидобиров. Я бы купил просто для разнообразия. Может, просто бы стоял, а иногда бы въезжал, и все. У меня таких танков много, которые просто стоят к себе в ангаре, никому не мешают. Отпишите свое мнение по данной машинке. Надеюсь, с вами я поделился интересной информацией. Спасибо вам за просмотр. С вами был Хомиш. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачных вам боев. Ну и до свидания.